Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсин». Мы с вами сегодня находимся в районе Томюк. Будем смотреть с вами квартиру 2+1 вот с такой классной, уютной, зеленой территорией. Очень большая территория с богатой инфраструктурой. Хамам, сауна, фитнес, бассейн, аквапарк, зона барбекю, детские площадки, беседки. Все необходимое здесь есть. Наш комплекс состоит из одного блока, квартира находится на 12 этаже, и все окна, все комнаты у нас смотрят на южную сторону, на море. И, кстати, море тоже, правда, кусочками, но видно. До моря буквально 350-400 метров, шикарная набережная, широкая набережная с велосипедными дорожками и песчаный пляж с пологим заходом. Квартира продается с мебелью, с техникой, то есть все, что вы увидите в квартире, все входит в стоимость. Ну а теперь приглашаю пойти и посмотреть саму квартиру. Итак, заходим с вами в квартиру, мы поднялись на 12 этаж. Наша квартира смотрит полностью на юг. Закрываю дверь и смотрим. Вот такая прихожая, светлая, глубокая прихожая нас с вами встречает. Посмотрите, какой вместительный большой шкаф здесь. Открытые полочки, закрытый отсек с зеркальными фасадами и вот такой выдвижной ящичек. Смотрим далее, по коридору переходим. Первое помещение это у нас санузел, санузел основной. Все чистенько, аккуратненько. В квартире много, долго так не жили, ей сильно не пользовались, поэтому она, можно сказать, нулевая. Далее проходим с вами, это уже родительская спальня. Посмотрите, какая она просторная. Здесь большая кровать, две тумбочки. И еще есть место, где можно комфортно передвигаться. С этой спальни у нас имеется выход на технический балкон. На балконе водонагреватель уже установлен. За балконом мы с вами видим территорию комплекса. Как видите, очень большая, красивая, зеленая территория здесь. И также у нас имеется вид на море кусочками. Возвращаемся с вами в спальню. И в спальне также у нас есть вот такая вот гардеробная зона со встроенными шкафами. Очень удобно, мне очень нравится, когда есть гардеробная вместо шкафов. И здесь также есть свой родительский санузел отдельный, тоже полностью под ключ. Далее переходим, возвращаемся в коридор, вторая спальня. Здесь она пустая, но тоже смотрит на южную сторону, ламинат, кондиционер есть. Переходим с вами на кухню, совмещенная с гостиной. Посмотрите, какой кухонный гарнитур. Здесь кухонная зона просторная, P-образной формы, стиральная машинка, холодильник, все остается. Каменная столешница, здесь тоже у нас тройка есть, которая остается. То есть здесь докупать вам по минимуму нужно будет, чтобы заселиться. Хорошее пространство, место, площадь, кухня мне очень нравится. Далее переходим с вами в зону гостиной. И обратите внимание, если у нас в спальнях на полу ламинат, то коридор, прихожая, гостиная, все в глянцевой плитке. Тоже очень красиво и грамотно смотрится. Зона гостиной, здесь у нас имеется два окна, с этой стороны окно с видом на закат, на горы, и второе панорамное окно с выходом на основной балкон. В гостиной зоне у нас угловой диван, кондиционер остаются, обеденную зону можно будет вынести вот на этот балкон, благо площадь позволяет, очень просторный, хороший такой балкон здесь. Тоже прекрасный вид открывается на район Томюк, на закат. И кусочками также видно море и вид на территорию комплекса. Вот такая вот квартира 2+1 у нас с вами сегодня на обзоре. Мы с вами находимся в районе Томюк. Комплекс наш состоит из одного блока, квартира 2+1, все окна у нас смотрят на южную сторону, то есть на море, до моря примерно 350-400 метров, с прекрасной широкой набережной, с велосипедными дорожками, с песчаным пляжем и пологим заходом. Комплекс у нас с хамамом, с сауной, огромный бассейн с аквапарком, баскетбольная площадка, беседка, зона барбекю, то есть, как вы понимаете, все необходимое
необходимое для комфортного времяпрепровождения, здесь, конечно же, все и есть. Что касаемо внешней инфраструктуры, все магазины, маркеты, рынок, все тоже в пешей доступности. И общественный транспорт тоже примерно 100 метров от этого комплекса. Вот такая квартира. Можно сказать, абсолютно новая квартира 2+1 у нас с вами сегодня на обзоре. И если вам она понравилась, то пишите по указанным номерам. Всем с удовольствием ответим. Ждем вас всех в Мерсине.